Всем привет, вы смотрите XSA Show, и у нас сегодня вторая часть Game of Bike, и она очень будет интересная, потому что сегодня у нас сражается Бразилия против Франции, но с нюансами. Бразилия у нас из Ставрополя, а Франция откуда у нас? Ну, из Минска, там наполовину белорусская. Наполовину белорусская у нас Франция, поэтому будет очень интересно посмотреть. Жаром сегодня сражается с Лилианом. Ребята, погнали, желаю удачи. Погнали. Погнали. В прошлый раз у нас Game of Bike был в ангаре, сегодня мы снимаем на тропе здоровья. Если вы уже заметили, здесь новый брендинг, это говорит о том, что все проходит в рамках Harvest Jam'а. Ребята к нему раскатываются и согласились сыграть в Game of Bike. Правила у нас по классике: два трая на повтор. Вот, есть один мулиган за всю игру, и последний трюк, последняя буква, когда остается, можно повторять три раза. Сейчас парни скинутся на ЦУЕФА, и это определит, кто будет первый заказывать. Раз, два, три. Я первый, да? Да, получается, что ты первый заказываешь. Давай дроп два бара. Дроп два бара. Бам-бам. Хорош. Хорош. Жаром, желаю тебе удачи. Давай, покажи класс. Все возможно. Парни, я придумал только что еще одно правило. За всю игру можно будет использовать один раз. Если что-то не получается, можно попросить любого из присутствующих повторить вместо тебя. Да, блин. Спасибо. Пожалуйста. Так сказать, разбавить игру. Напишите в комментариях, как вы думаете. Нормальное правило новое оставляем на постоянку или нет? Колян, помощь друга из зала. Надо два барспина сделать, дроп. За Жаром. Вообще один раз. Ну я знаю, я вижу, придется брать все правила, которые есть в этой игре, придется использовать. Даешь мулиган? Даю. Колян, мулиган. Коля переповерил в себя просто. Хорош. Брат из Ростова. Это было сильно, парни. Это было сильно. Хорош, Колян. Ворвался. Спасибо, конечно, нет, но... Такой вот у нас гест-клип от Коли Молодого. У него такой вот свежий, окрашенный в желтый цвет, красивый велосипед специально к Харвесту. Ребята, продолжаем. Жаром, каков будет ответ твой? Вейдер слайд, но отсюда, оттуда. Это когда ты едешь на переднем, вот так, знаю, правильно? Понял, да. Как у тебя с вейдер-слайдами дела обстоят? Не имею. Вот. Вот, знаешь... ты помнишь правила наши? Ну, я знаю, что он умеет там. Коля умеет. Да. Ай, хорошо. Да, да, тут надо просить кого-то. Вон он уже машет, он уже понял, что происходит. Кажется, снова нужно будет звать Колю Молодого, потому что я не понимаю, кто же. Не умею это делать. Да, надо. Спасите меня, ты умеешь? Колян умеет. Кто вейдер умеет? Короче, у нас сегодня Коля Молодой, это человек швейцарский нож в BMX. Дай туда. Мне пробовать не надо, надо обратно. Обратно? Давайте. Колян, расскажи, пожалуйста, как добиться такого разнообразия трюков? Ну, надо чаще херню себе дать. Вот. Рецепт, пожалуйста. О, это было очень сильно. Спасибо Коле Молодому. Первые две буквы он просто спас. Все. Это у нас правило сгорело, дальше парни не могут его использовать, к сожалению, иначе можно было бы всю игру так играть. Лилиан, какой будет твой ответ? Просто обычный флэр там в квартера. Так, в квотере обычный флэр. Жаром, как с флэрами дела обстоят? Расстали, он бьет где больно, где сильно болит, он так и бьет. Лилиан бьет где больно, говорит, расстали Жаром с флэром, но пора, да. Ты вчера вроде бы близко делал, возможно. Все возможно, Жаром. Я обычно в Game of Bike'ах много чего нового учил всегда. Да, всегда тоже. Да. Ой-ой-ой, такой еще на амплитуде флэр. Хорош, высоко было сейчас. Жаром, давай. Все получится. Давай, Жаром. Оу. Просто алиуп сделал. Да. Давай без алиупа, Жаром. Без алиупа ты сделаешь. Кажется, это потенциальная первая буква. Как будто надо ровно просто флипчик сделать без вот этого.
Артём, давай. Просто чуть флип 360 не сделал на фейке. Ну, кажется, у нас первая буква открывает Лилия наши буквы. Первая буква падает Жарому. Сейчас будем смотреть. Я думаю, Жаром разозлился и закажет что-нибудь серьезное. Жаром, ты разозлился? Да нет, сейчас простой трюк. Простой будет трюк, то есть. Да. Ну давай, какой будет твой ответ? Трюк no hand, фанбокс. 360 no hand на фанбоксе, вот этом. На вот этом. Вот этого помните, парни, или нет? Напишите в комментарии. Кажется, он выиграл прошлый Game of Bike. Готов сыграть с победителем этого Game of Bike. Опа, ничего Опа. Себе. Так, вот это вот будет, заявочка, да? На третью часть. Победитель прошлого Game of да, Bike. Да, кстати, вот, вот и третья часть родилась. Да, вот только что. У нас все рождается в процессе. Ты снял 360 no hand? 360 no hand. Полетели. А, да ладно. Я думаю, что не так, что не так. Потому что Жаром знает, что Лилия не умеет no hand. Попробуй. Надо пробовать. Если вот такой, считается или как? Позвони Паше Никонову. Паше технику. Блин. Ой, хорошо. Удачи. Ты не готов, я вообще реально не умею. Знаю, что не сделаю. Пацаны уже видно, что прикатались друг к другу, уже знают друг друга слабые стороны и бьют именно туда, куда надо бить. А как будто можно было. И со второго первача не получается у него сделать 360 ноу-хенд. Будешь брать мулиган, Лилиан, или нет? Я не знаю, как ты посоветуешь или нет. Ну ты как чувствуешь? Ну, положение в трехе как будто просто вот бери, отпускай руки. Не, реально, я спрашиваю, я просто не знаю. Не, вот положение в трехе такое, как будто можешь отпустить. Да, просто знаешь, ну, лайфхак, раму ногами. Давай, ну, как бери мулиган. Я тебе верю. Если любишь, отпусти. Слышал такое выражение? Что? Я ноу-хенд не люблю. Давай попробуем. Давай, полетели. У нас получается, что с самого старта взялись уже все мулиганы, использованы были помощь друга, все правила были использованы с самого старта. Я думаю, что дальше будет еще интереснее. Давай, у тебя получится, Лилиан! Это было жестко, это было 270. Ты старался. Считай. No fingers. Ну ладно, блин, я бы хотел сделать. Я... Нет, конечно. Это трюк вообще очень красивый. Лиля, какой будет ответ у тебя? Злой. Да, тем временем у нас по одной букве у каждого уже страсти на колесах. Кент Эйрграф. 360 канкан. Эйрграф. Очень красивый и стильный трюк. Будет интересно. Жаром, как у тебя с канкан Эйрграфами дела обстоят в трюке? Ну, не дружу, но могу сделать, да. Не дружу, но могу. Давай, отходи вот сюда. Бам! Красиво было. Да, обратно колесо крутанул. Хорош. Было стильно очень, красиво. Давай. Да, на самом деле маленькая поправочка. Сейчас очень сильные магнитные бури, и Жаром особенно сильно это чувствует. Он выпил уже обезболивающее, у него болит голова, но он ворвался в Game of Bike, за что ему огромнейший респект. Давай, 360, канкан, Старград. Да, и у Лилиана болит голова, и у всех болит вообще голова. 4 часа спали там, набирали чуваки, ну, в вокзале. Ага. А что это значит магнитная? Магнитная буря, то есть на Солнце происходят настолько сильные вспышки, которые долетают до Земли, из-за этого меняется геомагнитная обстановка, из-за этого болит голова. Ну что, Ром, полетели? Да, давай попробуем. Давай. Я вообще не дружу с трюком, но думаю... Я думаю, что у тебя получится. Ну, попробуем, давай. Давай, да. Да. Вау, хорош! Ты ожидал такого или нет? Вообще нет. Ничего себе. Достойно? Достойно вообще. Достойно. Красавчик. Какой будет твой ответ, Жаром? Еще раз простой трюк. Какой? Антерн, Поттер. Опа, а антерны умеешь ты?
пробовал никогда. Серьезно, я вот думаю, что если антерна не пробовал, достаточно сложный трюк, чтобы его так быстро понять. Сейчас посмотрим, как будет развиваться событие. Небольшой нюанс. Да. А я делаю его только без майка. Ну это же наоборот, даже для наших зрителей прекрасно. Сейчас будет жаром, топлив. Жарко, без майка. Давай, сооружем. Сооружем. Сооружем будет делать. Пишите в комментариях сооружем, если вы тоже сооружем. Мы соски заблюрим, не переживай, все нормально. Давай, давай. Бам! Ну, антердаун был полный, справедливости ради. Ой, замечай, это велик второй раз я катаюсь на нем. А, ты второй раз на этом велике катаешься. У нас в прошлой серии был прикол с тем, что пацаны настолько часто меняют велосипеды, как перчатки, что они спрашивают друг у друга, а ты на этом велике делал этот трюк или еще нет? Вот. Так, Лилиан, как дела обстоят? Я не буду пробовать. Не будешь пробовать? Берешь букву. Берешь букву? Получается две буквы, одна буква. Пока что так. Каков будет ответ? Будет ли он... Кантер-грэп. Ого-го-го-го. 360 барспин, кан-кан, тер-грэп. Это мощно. А ты что думаешь по поводу этого трюка? Получится его сделать? Нет? Я ни разу в жизни не пробовал, но попробую. Нормальная тема. Вот так вот и играют в Game of Bike обычно. Так вот и учатся новые трюки делать. Трак Кантер Грэб. Офигеть, офигеть. Это было красиво. Такого вам из Монпелье стиля подвезли, ребята. Вот так вот. Не, было красиво. Нормально? Было красиво, да. Засчитаешь? Блин, не знаю, надо посмотреть канкан, но... Вроде канкан не было, не был. Я не знаю, я не знаю. Давай на повторе, ну, сейчас замедленно прокрутим еще раз. Давай посмотрим. Ну, мы посмотрели видео в замедленном действии, и вот еще одно доказательство. Во-первых, у Жарома трясется рука, это значит, что он действительно пробовал новый для себя трюк. А во-вторых, у него испачкана перчатка. А это говорит о том, что он докоснулся до колеса, хотя вот колесо я вижу, что чистое. Ну ладно. Засчитываем. Есть, есть, есть. Засчитываем. Было, было, было. Жаром, какой будет ответ на столь серьезный трюк? Новый трюк, который я научился недавно. Трехбарный нокаут. О, вот так вот, значит. Могу делать, могу не делать. Я... Ну давай посмотрим, напишите в комментариях, получится у Жарома или нет. Делаем ставки. Ну да, да, по черному играет. Ну, не знаю. Два барайна. Уже. Бан. Ну, как будто бы было. Это третья буква у него. Не будь-то было. Не будешь пробовать. Может попробовать? Может с траком для. Справедливо. Ну давай, надо тогда уже расчехлять бенгеры, мне кажется. Раз. Сейчас считаем вместе с вами барспины. Раз, два. Ай, да ну, не получилось, блин. Вообще, удача не на стороне Франции и Беларуси сегодня, к сожалению. Жаром, ну, у тебя есть два варианта развития событий. Ты сейчас можешь либо потушить человека, заказав ноу-хенд какой-нибудь еще раз, либо... Попробовать что-то, что он может попробовать тоже. Не настолько по черному буду играть. Поэтому. По серому. Ты тейпы делаешь? Вот знаешь, такие. Я тоже не сделаю, но я очень хочу попробовать стильный трюк. Если сильный, я не загадываю. Трех бар на тейп. Ты умеешь, ты с Саней играл в Game of Bike, делал, я помню. Кем? Трех бар на тейп. Саня. Я на лук. Я играл с Малаев? Никогда в жизни мы катались там. Вот такая вот легкая игра в Game of Bike может превратить друзей в не друзей. Я не буду уже. Не, подожди, тейбу. Давай что-нибудь, что он попробует. У него уже три буквы. Чувак, ты если сделаешь вот так вот, это уже тейб. Я не буду пробовать. О, давайте гест-клип от Коли Молодого. Давай. Давай. Этот заказ не к пацанам, а к вам.
на самом деле колледж загадает трюк. Я помню, что этот трюк, он очень необычный. А вам задание повторить его и прислать нам, а мы будем выкладывать это у себя в телеграм-канале. Подписывайтесь, кстати, если вы не подписаны. Давай, Колян, в квотере? А может, ты на стол можешь его сделать? Давай. Здесь все внимание на пальцы Коли Молодого. А теперь покажи поближе людям, как это делается. Пальчиком вот так вот это делается. Звучит как вывих большого пальца на руке или как новый трюк для кого-то из вас. Присылайте нам, мы будем публиковать у себя такой вот челлендж. Короче, Жарому больно кататься из-за магнитных бурь, и он снова снимает футболку, значит, будет какой-то стильный трюк сейчас. Правильно я понимаю? Вдруг разложу с Майком. Что делаешь? Майку жалко, говорит, если упадет. Трехбар на тейбл. Новый трюк сказал. Трехбар на тейбл. Он все-таки загадывает, говорит, голова болит, не могу больше играть, да, буду гасить. Новый трюк. Это новый для... Это трюк, который... Все... Вот я такая критика, которые люди говорят, что... Не... Ну, такие трюки уже не особо используют на соревнованиях всяких, поэтому... Кого? 360 бар на тейблтоп очень даже используют. Вот Джек Кларк делает, Малаев делает все время. Да, я имею в виду, как... мировые соревнования, что типа... Мало у нас тут мировые, у нас есть гости из Бразилии, из Франции, понимаешь? Тогда международные. Сад бар на тейблтоп. Было. Грязная игра у нас сегодня от Жарома. Черная. Были? Было. Попробуй, брат. Было. Ну давай, я засчитаю вообще даже попытку тейблтопа. Я сегодня сужу. Давай. Судья продажный сегодня. Это шляпа полная, попробуй. Пробовать могу, но будет. Понял, смотри, чуть-чуть, у тебя правая нога, да, спереди, чуть-чуть, короче, вот, в свечку, наверх, бар, и оттуда чуть-чуть. Знаешь, мои проблемы не то, что с рулем, а колено сюда, внутри, понимаешь? Заранее, короче, носок внутрь. Попробуй на спине, любой трюк можно выучить на спине. Давай. У нас сегодня Жаром по кличке Магнитная Буря. Так, ну я, ты снимаешь? Я по секрету скажу, если там хотя бы что-то чуть-чуть похожее на тейблтоп будет, я засчитаю Жаром. Заряд. А это не считается, он не доехал до фанбокса. Давай, Лилиан! Давай! Жаром, 1000 извинений, но я засчитываю. Это можно засчитать за тейбл. Мы продолжаем игру. Я засчитываю. Да. Давай. Я проиграл, Мирон. Я Джава Майку снимаю. Да, давай посмотрю. Это стыдно, потому что в комментарии не пишите ничего. Для меня он не был. Да, Лилиан говорит, что не было. Я, с вашего позволения, продолжу этот Game of Bike. Думаю, вы тоже кайфанете посмотреть дальше, что у ребят припрятано в рукавах. Ладно, Майку снимал. Майку тоже снимал. Не считается. Тоже не считается. Лилиан, какой будет ответ? Дай подумаю тогда, потому что... Давай. Что-нибудь интересное давай. Давай твикс на фанбоксе. О, вот почему нужно было засчитать тейблтоп. Как еще раз? Ну, твикс на фанбоксе. Барспин и тейлвип в одно и то же время. В одно и то же время барспин и тейлвип. Когда случайно в игре нажал сразу две кнопки и полетел и барспин, и тейлвип. Это был барспин. А сейчас... Это очень жестко. Блин, это было красиво. Спасибо. Жаром. Попробуй, я пробую. Хорошо, сейчас придумай, что будет попробовать. Такая вот война разгорается международная. Сейчас подумаю, что будет. Я повторять не буду, потому что вдруг я не умею. Завтра у нас соревнования, и поэтому надо сегодня кататься аккуратнее. Тем временем у нас 3-2. 3 у Лилиана, 2 у Жарома. Жаром сейчас загадывает. У него есть вариант решить исход этой битвы прямо сейчас. Хочу уйти красиво. Хочет уйти красиво, говорит. А куда уйти, Жаром? Спать, конечно. Понял. Другой часовой пояс в Бразилии просто.
И в Ставропольском крае тоже. Так, Жаром у нас придумал, что он будет заказывать. Хочет уйти красиво. И что же это будет? Просто VIP на Fujam. На Insight. Просто VIP на Insight Fujam. Просто прокрутить раму и ногой встать в колесо. Пу-пу-пу. А вот тут уже появляется некоторая светлая перспектива для Лилиана. Надо как следует хорошо подумать. Да, Game of Bike — это такие шахматы BMX-овые. Да, блин, никто не знает. Даже в последний момент можно все видеть. Да-да-да. Тем более с такими правилами. По-черному не буду играть. Ну, сделаю фиг, смотри. Жаром, комментарий для прессы, пожалуйста. Без комментариев. Без комментариев. Так, Лилиан, каков будет ответ? Оппозит барспин на два барспина. По прямой фанбоксе. Звучит? Как оппозит барспин на два барспина по прямой на фанбоксе. Звучит жестко. Жаром, как с оппозитными барспинами дела обстоят? Я вообще не умею. Я знаю, что вот этот молодой человек умеет, но он уже свои все попытки израсходовали его. Слишком много подарков. Слишком много подарков, говорит. Давай, Лилиан, покажи красоту. Бам-бам-бам! Офигеть! Ту-ту-ту! Будешь пробовать? Нет, я не умею ППР. Тем временем страсти накаляются. Счет после 3-1 становится 3-3. Правильно? 3-3 счет? Да. Ну что ж, у нас решающий сейчас будет поединок. Жаром, удача на твоей стороне, потому что ты сейчас заказываешь. Что это будет за трюк? Арсений! Ты с кем хочешь играть? С кем ты бы хотел? У нас настолько интерактивный байк, что Арсений играет с победителем, и Жаром у него спрашивает, с кем бы он хотел играть. С победителем, говорит. Справедливый ответ. Жаром, какой будет трюк? VIP на Insight. VIP на Insight Fujam снова. Не опять, а снова. Сейчас достаточно интересная ситуация, потому что если Жаром делает трюк, то он выигрывает, скорее всего, потому что Лилиан не будет повторять этот трюк. Но если вдруг... будешь пробовать? Хорош. Ну тогда все достаточно непредсказуемо. Давай, Жаром. Погнал. Ай, он делает! Офигеть, офигеть. Это было очень мощно и чисто, и в одно касание вообще кайф. Лилиан, смотрим, пробуем. Трюк достаточно сложный, если ты его не делал никогда. Жаром, дашь еще одну попытку или нет? Да. Жаром дает еще одну попытку. Давай! Блин, будет так круто, если он научится сейчас новый трюк делать. Что? Если сделать. Давай. Да, ну, блин, это было очень близко. Давай для себя хотя бы надо добрать. Смотри. Итак, друзья, вот так вот у нас разрешилась битва двух титанов, битва двух разных континентов и разных стран: Бразилии и Франции, Беларуси и Ставрополя. Я считаю, что это получился очень интересный Game of Bike. Тем временем у нас Жаром выигрывает, и это означает, что он будет биться с предыдущим победителем из прошлой части, Арсением Слышкиным, и это будет не менее интересное состязание. Предлагаю как бонус-клипом досмотреть, как Лилиан попробует добрать этот трюк новый для него абсолютно, который он до этого не делал. Болит нога. Вам всем огромнейший респект, что вы посмотрели, парни. Огромное спасибо за игру, это было круто. Пригласили нас в этот проект, я очень рад. Первый скейт-парк, который я приехал, когда переехал в Россию, это был XSA Training. Замечательный скейт-парк. Я, когда начал кататься на велике, видел, как Санек уже гасил тренинг. И вот не задумал никогда в жизни, оказался именно в России. И первое, что я сделал, это приехать кататься в тренинг. Тоже хочу что-то сказать. Спасибо большое, что пригласили нас. Я только что переехал в Россию. 3 дня назад, короче. Значит, вот, ну да, круто. Новый парк очень крутой. Поиграли хорошо. Поздравляю. Было очень круто. Спасибо большое. Спасибо, парни. Спасибо всем, кто посмотрел. Это было здорово. И, конечно же, вот этому парню огромное спасибо. Он тоже часть игры сегодня сделал. Спасибо, Коля Молодой. Хэштег Коля Молодой. Просто.
Всем спасибо. И уже скоро выйдет следующая часть, где будет биться Жаром и Арсений Слышкин. Всем спасибо, кто посмотрел. Пока-пока.